Как выглядит москитная сетка на мансардном окне? Вот такой вот контур из алюминиевых профилей, по которому ездит вот такая вот сетка. Рулон может находиться либо внизу, если у нас верхняя ручка, это удобней, либо точно так же он может находиться вот здесь вот сверху. Устанавливается сетка достаточно просто, есть инструкция, в ней все подробно описано. Инструкция выглядит следующим образом. Да, москитная сетка у нас называется ZIL. Вот необходимые для установки инструменты. Здесь как раз вот варианты: установка рулона сверху, установка рулона снизу. Есть еще третий вариант, когда у нас окно попадает в две плоскости стены: наклонную плоскость и вертикальную. Тогда ставятся две москитные сетки, которые стыкуются вместе излома. Для этого дополнительно нужен комплект, вот он, ЗОС-157. Он соединяет две москитные сетки. Yeah.